Всем привет! Пока я тут занимался распределением всяких ресурсов, которые бы мне были нужны, в принципе, я занимаюсь сейчас распределением склада, и вот пираты, первый раз ко мне пожаловали пираты. Армия пиратов приближается. В ближайшем времени они, похоже, нападут. Это будет не очень приятное зрелище, а может быть, наоборот, очень приятное зрелище. Посмотрим, что из этого выйдет. Пираты, первый раз! На меня нападают пираты! Так, 36. Давайте, может быть... Так, огненный цветок. Пираты приближаются с запада. Они идут не с востока, они идут с запада. Опасное нападение. Ждем. Они, кстати, прибыли. Пираты прибыли. О, нифига себе. Как мы их будем бить? Они мощные. Вау. Их будет очень сложно победить, но мы пиратское нашествие преодолеем, я уверен. Будем стараться. Интересно, глава пиратов будет? Черт, недавно были гоблины. Только что, буквально. И сейчас прибывают пираты. У меня нету магии, маны. Зельев маны нету, блин, плохо. Придется ждать, когда оно все... Где они? Куда они ушли? А, вот он, гад! Блин, какие они мощные. Вперед, ребята, держитесь все! Мы победим этих пиратов. Сегодня пиратское нашествие не победит нас. Надеюсь. Сколько? 4% всего? Ого! Это будет сложно. Это будет очень сложно, наверное. Где? Это будет невероятно сложно. Потому что... О, нифига себе! Смотри, кого я нашел. Это ужасные твари. Твари, гады. Давай будем их гонять огнем. О, у нас с пулемета фигачит. Он бьет с пулемета меня. А это кто? А-а-а, там этот, попугай. Попугай пиратов. С пулемета, нифига себе. Какая-то девушка даже у них есть. Пират. Арбалетчик. Ух ты. Черт. Вот это будет бойня. Сложно. Эй, а где у меня? У меня мана не восстанавливается. Как? Ни хрена себе. И как я с ними буду справляться? Пираты Карибского бассейна. Так, ладно, давайте с лука. С лука, я думаю, будем хотя бы с лука. Арбалетчик. Нифига. Так, а где у нас этот пулеметчик? Смотри, сколько у него стоит. Он ушел, что ли? Так? Пираты, вы какие же опасные. Арбалетчик. Прешь, всех победим. О, как тут много. Нападение. Будем бомбить всех забомбим. О, у меня жизнь кончилась. О, он меня из пушки прям. Я Иванка увольнял о смерти и получил ее. О, пулеметчик! Он где-то рядом. Надо его валить тут. Он. Черт! Давай! Быстрее! Ну какого черта, блин, пулеметчик, вот этот, да? Вот этот пират Карибский, капитан Корсар. Хо-хо-хо-хо-хо. Блин. Он рядом. Давай, бомби его по полной программе, давай! Черт. Мы его только чуть-чуть ранили. Ну нифига себе, как мне против пиратов воевать тогда, если они такие сильные? Дезинтегрирован. Пулеметчик чертов. Он меня близко не подпускает к себе, гад! Я его еще чуть-чуть покоцал. Ну, сейчас будем только так, наверное, его побеждать. Но только здесь, наверное, это возможно. Ладно. По мере возможности. 8-й. Они меня козлы. Ни хрена они меня кучи. Капитан. Вот он, капитан. Армия покидает мир. Чё? Адам покидает мир. А, блин, армия. Читать не умею. Армия. Адам покидает. Я убил. У меня убили. Кто убил меня? Пулеметчик.
Черт! Далеко ушел капитан. Капитан, приходи ближе. Давай, иди сюда, я тебя сделаю. Я тебя сделаю, сейчас иди, капитан, сюда. А, он упал. Отлично, упал капитан. Сейчас нам будет легче. 21% всего лишь. Так, а если бы я бомбами... Нет, я бомбами не буду. Я разрушу свои сундуки. Мне это не... Вы попали в ловушку, ребята. Вы попали в ловушку, придурки. Я смог. Хорошо, что у меня была такая штука здесь, а? Я всех их загнал в ловушку. Круто. Жаль только, что у меня под водой не может бомбами. Ой, этими. Ну можно вот этими. Из лука. А, нет, 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 из лука нельзя. Ну ладно. Все равно, капитан, тебе хана. Пуляй, не пуляй, тебе капздец пришел. И всем твоим сослуживцам. Блин, Адама убили у меня. Неприятно. А кто такой Адам был? Я не помню. О, еще один пират идет. Иди сюда. Арбалетчик. Есть. А, еще пираты. Пираты! Потихоньку мы вас всех делаем. Кто это был? Кто там пуляет меня? Ты что запуливаешь меня? Козлина, а? Он запуливает меня. Капитана главное не выпускать. Главное не выпустить капитана с этого. С опасного места. Меня убили, гады! Они без капитана нормально справляются, похоже. Падлы. Ладно, ладно. Ни за что бы не догадался, что... О, капитан вылез, блин! Я так говорю, если он умер... Если бы он... Ты-то чё? Все очень сложно. Все очень сложно. Все очень плохо. Их очень сложно победить. Они очень сильные оказались. Так, ладно, меня пока никто не трогает. Не может меня зацепить. Но у меня же где-то есть этот... Я бомбами буду их зафигачивать. Могу? Не попадает. Попадает точнее. Во! Так, точнее, точнее, точнее. Черт. Ты-то какого хрена тут появился? Так, а если из лука? Нет, тут из лука фиг получится. Че? Где капитан? Капитан ушел. Свалил капитан, спрятался. Гады, 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 гады. Получи, получи, получи свое. Сейчас я его обману. Опа! Оп, пролетел. Блин, капитан ушел. Ладно, восстановили здоровье. Сейчас мы всех раскидаем. Блин, мимо кидаем. Мимо кидаю. Ну, только таким способом, наверное, мне пока можно. Я очень слаб. И раньше времени, то, что я пришел сюда, в этот мир, как... Ну, я имею в виду в усиленный страшный мир. Я еще не готов к нему был, а вы меня заставили к нему... О, попугаи. Надо этих попугаев разнести нафиг. Черт, никто им не помогает. Надо было подождать. Поэтому мне игра вообще разонравилась, потому что я здесь только умираю, больше ничего. Если бы я был подготовлен более тщательно, у меня была бы возможность подготовиться тщательнее, и я тогда бы был более сильным, более подготовленным, более готовым к таким нашествиям. Ну, ой, послушался, что сейчас делать? Сейчас ничего не сделаешь. Просто... Иногда нужно думать, а не просто слушать людей, которые советуют что-то, к чему я еще не готов. Ладно, победим всех. Капитан, куда ушел капитан? 30%, вы представляете? Это сколько же я буду их убивать, если... Ой-ой-ой-ой-ой.
только 30% пиратов всех уничтожим. Забомблю, забомблю, забомблю. Хорошо, что хоть у них выпадают звездочки магии. Так, капитан, ты куда ушел? Капитан. Там у меня золотая валяется, смотри. Вау. И мой тупик. Торопиться не будем. Так, тихо, потихоньку будем работать. Ребята, давай! Черт, как их много тут. О, пулемольчик! Где он? Рядышком. Пытается в меня попасть. Ха-ха-ха. Хрен, а у тебя получится, капитан. Черт. Они меня скинут, и мне кобздец. Во, капитан пришел. Наконец-то пришел капитан. Вон они, по эти... Как они называются? Попугаи. Пора с вами расправляться, попугайчик мои. О, попугая-то вообще легко убить. Капитан, не выходи далеко. Я тебя жду. Мы с тобой еще не разобрались во всем. Вон он. Да что ж ты достал меня? Капитана, я подпалил капитана, но у меня кончились патроны, блин. Кончились нужные патроны, капитан уходит. Капитан, не уходи. Иди сюда. Вот, получи, получи, капитан. Блин, какой же он сложный, а, капитан. Его хрен убьешь. Интересно, из него что выпадет, когда я его победю. Просто интересно. Получил капитана. Только с крыши придется его убивать. Но я тоже своего рода пират, так что... Да-да-да, будешь бомбить меня, фиг тебя получится. Попал, попал, я в него попал. Есть. Гори-гори огнем. Капитан, блин. Пираты, черт. Блин. Первое такое нашествие, оно было так сложно. Я так его не ожидал. Фу. Ну, гоблинов я вообще еле-еле побеждаю, потому что нашествие. Потому что там этот маг, который летает, он просто меня вообще растерзывает. По 15, по 20 раз. Не попал. Ну, капитана, блин. Давай, капитана. Черт. Ниже, ниже, ну. Вот, вот, ну, черт, не попадает. Бомбами было закидать, но я не хочу свой город. Вот, я испорчу свой город, если буду кидать бомбами. Да, сами понимаете. Что? Ай, он уронит меня, гад. Капитан, ты куда? А, он уже заметил, где я. Ай, черт. Уходим отсюда, уходим. Ах, капитан, черт. Гад такой. Сильный, блин. Ну чё, где? Чё не летит? Не летит. Магии не хватает. А этих нету у меня. Просто нету. Просто нету у меня этих. Достаточного количества. О, магия. Давай попугай вот это зафигачь, чтобы он тут не лазил. И заодно соберем. Где капитан? Капитан, капитан, капитан. Я тебя жду, капитан. Иди сюда. Выходи. Выходи на улицу. Выходи из дома. Выходи из дома, капитан. Ах, блин. Попал один раз. Но он не горит. Воу! Сверху прямо отрыгнул. Офигевший. Фух. Капитан, где? Куда ушел, капитан? Ты задолбал. Иди отсюда. Иди отсюда, пристал ко мне. Все, маги. Так, куда свалил капитан? Кто видел? Кто видел, куда свалил капитан? Черт, сбежал, гад.
Капитан сбежал. Капитан, Матроскин. 38%! Я вообще, наверное, целый час буду их всех зафигачивать. Если вообще получится. Давай будем лучше пиратов бомбить, чем этого капитана. Капитана в конце, может быть, завалим, а может, не убьем вообще. Получится у меня вообще убить этого капитана или нет. Ох ты, гад. Запуливать меня будешь, гад. Так, тут у нас денежки есть. Черт, черт. Чертовски все сложно. Капитан, капитан, ты же где гуляешь? Пулеметчики. О, целая куча денежек еще. Иди сюда, иди сюда. Ну таких-то я вообще легко. А вот пулеметчика капитана. Ха-ха. Где же он набрал, взял этот пулемет свой? Ах ты, гад. Стреляет еще. Капитан свалил далеко. Надо как-то его, наверное, подманивать, капитана. Капитан, я здесь! Капитан! Капитан, я вот тут вот. Я на своих ногах. Где ж вы все? 42%, нифига себе. 42% всего. Это еще 50% нашествия пиратов не прекратится. Вау. Да, в такой кайф, конечно же, попадать не советую. Но все равно, наверное, любой попадает. Такие условия есть. Капитан свалил опять куда-то. Куда же свалил капитан? Они зашли... О, вон он идет. Идет капитан опять. Капитан, капитан, держу. Черт. Получил? Ха-ха. А, он, наверное, здоровье свое восстанавливал. Вот куда он девался-то. Вот, понял я. Куда он мог ходить, уйти. А вот это что за глаз? Благословение дриады, а? Вот в чем дело. Смотри, капитан, получи. Спасаемся, спасаемся, спасаемся. Он меня чуть не убил. Все нормально. Капитана мы поранили хорошо. Но он нас, конечно, тоже хорошо поранил. Черт, не знаю, как стрелять-то. И к нему не подберешься так просто. Я половину жизни у него снес. А, во, у меня есть офигительная... Вот, что у меня есть. У меня есть офигительная... Блин, он в доме. В доме мне его не нагнать. Есть. Черт, с этой стороны его не достать. А если я попробую в дом залезть? Из дома его. Получил? Ну так-то я долго его буду, наверное, колбасить-то, блин. Я запарюсь его так убивать. Получи свое, капитан. Получи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, я тебя ранил, ранил, капитан. Получи свое. Да, я его почти убил. Блин, и он меня тоже почти убил. Долго я его так буду фигачить. Наверное, если я вообще его убью. Ха-ха-ха-ха-ха, круто я тебя, капитан. Получи свое. Получи свое. Блин, защищает его там, ребята его. Черт, капитан ушел. Уходит он, падла.
Не уйдешь, врешь. Все, я его завалю сейчас по-любому. Стопудово. Ах ты гад. Блин, я-то думал, я его в легкую вообще. А, нет! Ни хрена себе! Блин, лишь бы он не ушел. Я его почти убил. Черт. 45%. Ну, если я его одного убью, наверное, это будет... Вот он. Он идет. Давай. Защищайся. Медсестра, помоги мне. Мне нужна твоя помощь. Лечение, да. Лечение. Так, девятый. Черт, капитан уходит. Он уходит! Хрен уйдешь. Я тебя не отпущу. Защищай своих солдат. Не уйдешь. Ох ты. Не уйдешь. Я смогу тебя победить, капитан. Почти уже убил его. Черт. Не хватает у меня маны. Так. По здоровью нормально? Ах ты гад! Продуманный черт! Давай, добивай его! Капитан уходит! Не вырвет тебя никто, капитан! Я смогу с тобой справиться, я знаю! Девятый, ну! Есть, ну! Черт. Чуть-чуть еще, ну! Давай, капитана, заваливай! Круто я с ним. Сложная позиция. Ах ты гад! Круто он меня. Так, капитан. Капитан. Ах ты гад! С пулемета опять. Ничего. Я почти его уничтожил. Ну давай, давай, капитана, давай, бей его. Блин. Пускай получит свое. Он идет опять сюда. Давай. Уау, нифига он бомбой. Гады. Спасаются бегством. Ничего, вам хана. Капитан. Черт, он меня чуть не расстрелял вообще. Так. Где капитан? В голову. Есть! Капитан! Все, повержен. Но из него ничего не выпало. Блин, а как так-то? Из капитана ничего не выпало, но из него 10%, наверное, все вылетело, да? Сейчас посмотрим, пособерем. Ну, не, наверное, все-таки из него ничего не вылетело. Даже денег нормальных из него не выпало. Блин, я-то надеялся, что... Вот интересно. Хрен-то там. Арбалетчики. Ах ты гад. Там мушкетер с мушкетом. Одного убил. Все собрал. А что-нибудь было у него? Блин, у меня столько всякой херни, я даже не знаю. Золотой комод. О, это что там? Я первый раз вижу вот это. Ёкарный бабай. Похоже, что-то будет серьезно сейчас. Корабль. Летучий голландец пришел. О-о-о. Я его не видел. Оказывается, он тут давно. Надо было летать просто повыше. А можно как-то этот летучий голландец уничтожить? Давайте попробуем. Ну-ка. Вот он, летучий голландец. У меня жизни хватит с такими темпами. Черт.
Все, они убили меня. Летучий голландец, черт. Если я еще его уничтожу, то это будет просто супер. Молодец я. Молодец. Я верю в себя. Я верю в свои силы. Верьте тоже в меня. Надеюсь, вы... Ух ты, мушкетер. Черт. Да что ж вы так... Блин, у меня под крышей. Я тут вылезти не могу из-под крыши. Сестра, помоги, блин! Да, лечение. Сам себя запер в этот угол. Два дня и три ночи он сражался с пиратами. Ужас какой. Сколько же их убивать-то? Мушкетеров нету. А, вон они. Сейчас придут. Всех сразу половину снес. Деньги, деньги, дребеденьги, а остальное все дребедень. Воу, нифига себе. Пошли на дом. Я думаю, что тут будет безопасно. Это мои трупаки, это знаете с чего? Это когда я... О, тебе хана. Ты, короче, заперся. Неприятно тебе будет. Я тебя победю. У тебя шансов нету. Здесь, короче, когда гоблины находили, я тут в этом месте находился и просто пытался. Ей, громим их нафиг, нет? Громим. Вроде попадает. Попадает, попадает. Еще как попадает. Сейчас я еще вот этим вот у вас всех. Хреначе. Летучий голландец, блин. Офигеть, 67%. Мне еще очень-очень долго с этим голландцем сражаться. Ну, видите, хорошо, что у меня есть большой дом. Огромный дом, в котором я могу защитить себя. Чертовски сложно. Я его подбить не могу, что ли? А, вот. Я не понял, а чё? Ну да, тебя еще не хватало тут. Чуть-чуть не убил меня опять. Да, это мне не надо. Так, я хочу посмотреть, почему голландец не умирает. Сейчас мы его сделаем. Так. Если бы вот этот был, приносил много удара, а урона, было бы круто. Круто намного. По 40, по 50. Долго. Ну, хотя бы так. Голландец летучий, блин. Я не знаю, как вы побеждали его. Так, ну, я думаю, что... Ладно. Потом вот эти все уберем отсюда. Как они неприятные тут, конечно, висят. Еще немножко. Корабль, призрак. Все кончился. Мана кончилась. Так, пойдем посмотрим. О, я почти одну пушку у него уничтожил. Даже не одну. Я же вон первую, да, уничтожил там еще. Получается. Да. Ну и чё? Я уничтожу все его пушки, и чё потом? Что мне это даст? Корабль-то все равно почему-то не побеждается. Как ни странно. Вау! Чёрт. Что с кораблем? Почему он не помню? Еще две пушки осталось. Давай, победим, ребята, давай! На самом деле, я не знаю, как, когда выйдет следующая серия, потому что с такими темпами я вообще не представляю, потому что так сложно побеждать. Вот армия гоблинов, вот смотрите, только тут у меня целая куча трупаков.
Я умираю очень часто. Слишком часто. Пока. Не попал. Тут 67%. Ну, я думаю, что если голландец я сейчас уничтожу, будет гораздо проще. Ох ты, блин. Попадает сразу с лёта. Все, я пушку одну еще уничтожил. У него осталась одна пушка. Главное попадать туда, куда надо. Ой, он меня подбил чем-то. Что это такое? Горело. Он меня поджег. У меня иммунитета к огню нету. Восстановимся. Жизнь в наших руках. Победа будет за нами, я знаю. Вы тоже верите в это, я знаю. А. Ну, еще чуть-чуть. И летучий голландец будет повержен. Ну, конечно, может немножко что-то типа читерно. Ну, как бы не очень читерно, но все равно. Если бы у меня не было такого дома, как бы я победил летучий голландец? Может, другим способом как-нибудь. Так, ну-ка, давай-ка попугайчика немножко дадим ему свободу, чтобы он тут не летал, как последний придурок. О-хо-хо-хо. Так. О, у меня жизни мало. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. 67%. Вот сколько вот мне дадут за убийство летучего голландца процентов? Мимо. Надо точно нацелиться. Так, он вот тут вот находится. Сейчас. Сейчас я нацелюсь. Есть! Мы повергли. 5% всего. Летучий голландец на 5%. Нифига себе. Ну, главное, сейчас нету у меня таких... О, еще один летит! Ёкарный бабай! Нет, против летучих голландцев нам не стоит. Лучше всего... Лучше пиратов, мне кажется, убивать. От них гораздо быстрее это все закончится. Ух ты. Пошли в столовку. В столовке я вас всех растерзаю. Семьдесят 3%. Голова такая пирата лежит на столе. Блин, не так-то просто победить нашествие пиратов. Гораздо сильнее, сложнее это все, нежели было с гоблинами когда-то, первый раз. Да и вообще-то сейчас даже с гоблинами гораздо проще. О, стол золотой. Ха-ха, я понимаю, почему там золотой стол, золотые все эти... Прибамбахи у них есть. Так, о. Они наворовали это все. А у меня как бы, ну, места нету, чтобы все это собрать. Вау, сколько у меня там денег. Сколько денег. Короче, пошли отсюда. Я придумал, что сейчас сделаю. Пока у меня есть время. Я, короче, беру вот эту штуку. Столько денег насобирал. Ну, понятно, это пираты. 13 золотых монеток. Чё за херня? Иди отсюда. Вот. Столько денег наберу сейчас, вау. Так, ладно, с летучим голландцем я больше не буду сражаться. Я его оставлю до лучших времен. А капитан-то, надеюсь, больше не появится. Так, пойдем в столовку. Они же любят столовки, да? Ну, они не то что столовки, они любят пировать. В баре они любят, вот где они любят больше. Так что... О, еще одна золотая дверь. Так, а сюда-то я могу ведь что-то положить, да, пока? Ух ты, пиратский посох я нашел! Ну-ка, надо попробовать его будет. Так, шляпу уберем. Потом, что у нас тут лишнее? Еще что-то лишнее. Кто там стреляет?
Кто-то пытается меня запулить. Так, золотая дверь. Вот это круто. Золотой стол, золотая дверь у меня тут. Так, а вот это как работает? О! За мной маленький пиратик бегает. А он... от него какой эффект? Призывай пират, сражающийся за вас. Он будет со мной... За меня сражаться с ними. О, смотри, какой пиратик классный. Круто, мы их всех сейчас победим. Он мне поможет, я знаю. Молодец, молодец, пират. Так, давайте сложим еще лишнее. Золотая дверь. Буконьерская бандана. Пока уберем сюда. Пока сюда уберем. Все лишнее пока уберем. Смотри, как он фигачит их всех. О, какой молодец. Молодец. Ты просто супер классный парень. Черт. А, так, что я еще мог собрать с них? Буконьерская туника. Можно надеть. Она просто как бы... Туника. Я сейчас буду похож на пирата, да? Нет? Я буду похож на пирата в ней. Ну, у меня, конечно, этот есть. Накидка, так что она мешает. Так, 87%, еще немножко осталось. Ну, мой пират просто молодец. Смотрите, как он фигачит их. Ёлки-палки, сейчас с таким парнем я буду самым лучшим из всех. Самым сильным. После победы я вам покажу, что действительно я сделал. Вот, смотрите, я сделал, давайте сейчас покажу. Склад. Вот это вот. Тут будут размещены все вещи у меня. Ну, чтобы не бегать тут по домам, там, по всем. А то мне надоело уже. Это все беготня это. Так. А куда я дел? Я выронил свою книжку. Блин, книжку такую выронил. Классно. А, вон она. Нашел. Черт. Классно не работает. О, смотри, там это... Блин, прикольно тоже работает. Ай-яй-яй. Это как она? Как ее зовут-то? Бри! Блин. Опять помер. Бри, я хотел посмотреть, как она этого фигачит. Пирата. Черт, 3 золотых потерял. Ну, ладно, в доме никуда не денутся, скорее всего. Сейчас пойдем в этот домик сходим. Заберем. О, летучий голландец. Где-то тут у нас деньги. А! Деньги, 3 золотые я собрал. Все отлично. О, я опять умер. Как? Че за хрень? 97%. Ну все, я почти уже победил. Я уже на 99% и 9% победил. Гадов. Вау. Все. Сейчас соберу вот эти деньги. Пират, а дверь закрыть можно? Я не вижу, где мой этот... Черт, как закрыть дверь-то? Я не вижу, где у меня этот красным цветом горит. Все, нифига не вижу. Чертовски все сложно. Пират, смотри, сколько их арбалетчиков-то тут. Ё-моё. Мне с ними вообще не справиться. Одни арбалетчики остались. Надо цвет поменять вот этой стрелочке, а то, блин, вообще ничего не понятно. Я ее заметить не могу. Давай. Черт. Сам себя запер в этот сундучок. В этот дом. О, как их много. Я почти победил. Блин, деньги надо собрать, вон те, которые 3 золотых, которые там лежат. Фига, нифига, че. О. Еле попал. Еле-еле попал. Так вот вам. Вот так вот вам. Вот так вот вам. Сколько их-то осталось? 2%. Кстати, давай-ка вызовем нашего помощника. Он нам вообще поможет в легкую. Мы победили! Прогулка по доске. Пираты повержены. Сейчас бегать будут гады. Есть! Блин. Если бы я знал, ну, это надо было победить сначала посох пиратский на этого главу у них. И тогда мой новый соратник
может мне помочь. Ладно, и забирать все деньги, которые тут у нас есть. О, еще не все. Не все пираты еще повержены. Еще кто-то остался. Вау, они еще стреляют. Откуда они взяли? Летучий голландец-то не ушел. Черт. Придется сейчас в летучий голландец сначала побежать. Хоть вроде бы повержено все. А летучий голландец-то жив. Так что придется его все-таки уничтожать. Блин, я не думал, что так все сложно. Все очень сложно. Сейчас раскидаем. 4 пушки у них. Как нефиг делать. Кончилась мана. Он остался один. Давай соберем, что найдем. Сейчас нас уже не будут преследовать пираты, только вот летучий голландец, который будет доставать нас до конца. Да, новое достижение у меня какое-то открыто. Поверженные пираты. Хорошо. Если еще одно нашествие такое будет, надо сразу сбегать отсюда как можно дальше, потому что, блин, с пиратами я уже запарился воевать. Как долго это все, а? Черт, черт, черт. Круто. А это что такое? Пират сражается за вас. Кстати, а где он? Помогай. Он куда-то упал. Пушки все 4 целые пока. Ну, это только пока. Сейчас мы их всех пробьем. Пошли посмотрим. На сколько процентов пушки? Ну, довольно сильно еще. Как надоели они, а? Фу, вот это нашествие. Вот это игра. А если дальше еще будет хуже? Это просто кошмар какой-то. Потихонечку, помаленечку, всех вас разнесем. Похоже, одну пушку уничтожил, нет? Да, 3 пушки уже стреляют. Фу, маны не хватает. Бесконечности. О-хо-хо, круто, блин. Как же мы сегодня посражались, как же мы сегодня посражались. Так, ну давай вот эти вот, может, уберем, чтобы они нам не мешали. Может, не вовремя, но, блин, не люблю я их, не хочу, чтобы они у меня были тут. Выбрасываем их всех. Могильные камни. О, блин, сломал. Кое-что сломал. Хотелось, конечно, ломать, но я сломал. Кирпич. Есть. Так, могилы, могилы, могилы неизвестному солдату. Все? По-моему, все. Так. Ну, осталось малость. Добить этого гада. Пушка, 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 пушка. Блин, высоко поднялся. Получи свое! Зараз, пока самое действенное у меня вот это божественное. Безжалостная демоническая коса, которую я нашел у демона, пока она самая лучшая для меня. Ну и, конечно же, новый пиратский посох, который мне очень сильно помогает и поможет. Я думаю, что в будущем, когда будем сражаться, можно даже в джунгли сходить, пособирать еще металл, чтобы легко все получилось. Золотой стол. Их же можно продать, наверное, дорого. Золотой стул. Блин, ну понятно, у пиратов это все золотое. Наворовали, гады. Вот здесь, по-моему, где-то. Не могу я его не уничтожить. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так. Золотой, ну я как-то не хочу свой себе золотой все расставлять. Оно как. Может быть, дворец, если я сделаю когда-нибудь, а? Ну и золото можно будет потом двери сделать и столы, и стулья. Ой, да кто стреляет? Огненным этим. Огненной стрелой. Не могу я добить ее. Осталось немного. 2 пушки всего. Почти
почти уничтожил уже пушку. Все? Нет? Наверное, нет. Так, давай посмотрим. Чуть-чуть осталось здесь, здесь осталось больше. Ладно. Ну, эту пушку-то примерно вот на этом расстоянии надо ее уничтожать. Все, сейчас. Добьем уже, наконец-то. Надеюсь. Надо, короче, мне ману делать. Кучу. Так, а если я сниму вот это, как я буду? Непонятно, как я выгляжу. Сломал, нет? Блин, все еще не сломал. Как долго она ломается. Все, похоже, уничтожил пушку. Одной пушкой меньше. Еще одна осталась. Последняя. Чертовски сложно. Так, на каком высоте ее надо бомбить? Так, вот. Я примерно понимаю, где надо стоять. Вот тут вот примерно. Вот, примерно вот тут вот. Блин, мимо промазываю. Спокойно. Еще чуть-чуть. Черт, как сложно это было. Как же это было круто и сложно. Занудство. Так, ладно. Сколько там осталось? Ну все, два удара осталось. 3, 4, 5, 10, 20, 30. Ай, падаю. Не было бы у меня такого дома, мне бы вообще проблематично пришлось бы быть с этим летучим голландцем. Фу, а так получилось. Получилось! Мы выиграли! Ей! Это наша победа! О, сабля абордажная! Сколько она? 61! Крутая сабля, да? Очень быстрая скорость. Ну-ка, давайте попробуем ее. Используем. Кто это? Кто меня там бомбанул сейчас только что? Ну-ка. О, крутая сабля. В ближнем бою. А это кто? О, ха-ха, меня, его, этого пирата, короче, попугай таскает, прикольно. Ну ладно, вау, сколько денег, давайте соберем все. И закончим на этом серию. Сегодня пиратское нашествие было, это просто кошмар. Кошмар, который мы смогли преодолеть. Мне еще надо все свои эти собрать. Трупики. Вот их сколько, целая куча их всех, нафиг. Вообще целая куча трупов. Смотри, вот тут два, там два. Фу, прощаюсь с вами. До новых встреч, пока.